Начинаем выпуск с трагической новости. В Усолье-Сибирском 3-летняя девочка выпала из окна квартиры. Ребенка с различными травмами доставили в больницу, однако спасти малышку не смогли. Она скончалась. На данный момент известно следующее. Мать ребенка ненадолго отлучилась из квартиры, а сожитель женщины находился в соседней с ребенком комнате. Оставшись без присмотра, девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала наружу с высоты 4-го этажа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности по факту гибели 3-летнего ребенка. В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Только в августе в регионе произошли 4 случая падения детей из окон. Всего подобных происшествий за весь 2020 год уже 26. В то время как в 2019 было лишь 8. Также настораживает и статистика по нападениям бездомных и домашних собак на детей. На улицах населенных пунктов Прибайкалья в 2020 таких инцидентов было зарегистрировано 55. Против 6 в прошлом году. В домах и квартирах псы покусали 74 ребенка. Это с начала текущего года. За аналогичный период 2019 был всего один такой факт.